Добрый день, с вами Эльза, агентство недвижимости Deep Горемыкюль из солнечного города Мерсин. Мы буквально вчера прилетели из Казахстана, где у нас были индивидуальные семинары прямо в центре Астаны. Спасибо всем, кто пришел. Очень рада была познакомиться с таким большим количеством людей. Мы ожидаем их приезд в ближайшее время. За тот период, буквально неделю, пока меня не было, я вижу большие изменения на стройке. На 13-м проекте, который находится 500 метров от моря. Видите, уже у нас готовый забор и третий этаж вышел. 13 проект составляет из 14 этажей, цокольный плюс 14 этажей. У нас имеется бассейн, хороший бассейн, детская игровая площадка, баскетбольная площадка. И материалы, мы сегодня с вами проедем, посмотрим выбор материала, как это происходит по рендерам и что выходит по факту. Объект мне нравится тем, что он выгоден и для тех, кто хочет сам здесь проживать, и тех, кто хочет сдавать, например, сезонно или круглогодично. Потому что рядом в 200 метрах у нас находятся продуктовые магазины «Шок», «А101», «Бим», находится АТМ, «Зират Банка», вы можете снять деньги или положить прямо не доезжая до города, буквально 200 метров. До моря у нас 467 метров, если мы по спутнику измеряем, приблизительно 500 метров. Пляж у нас песок, но преобладает мелкая галька, но галька не режет, то есть вход пологий. И прямо на берегу имеется замечательная кафешка с живой музыкой, где вы можете до 12 вечера насладиться и живой музыкой, и прекрасной кухней. И нельзя не отметить о том, что буквально в 300 метрах у нас находится конечная остановка городских автобусов, на которых вы или ваши квартиранты могут доехать до любой части города. Хороший район, строящий район и газифицированный. То есть вы можете здесь комфортно проводить и зимнее время, и летнее. Приезжайте посмотреть лично. Активно идет стройка, и по всем вопросам обращайтесь, обязательно каждому ответим. Так вот происходит выбор мебели, смотрят рендеры, на момент закупки смотрят приблизительные материалы на рынке. Сейчас они подготовили, это уже второй вариант, который они рассматривают, но его еще не одобрили. Еще раз повторю то, что из этого варианта увеличили размеры от 145 до 2 метров длину, увеличили от 45 сантиметров до 80 ширину и увеличили высоту шкафа. Остекление будет более темных цветов, и фартук будет темное стекло. То есть, и еще не одобрили. Они сейчас утвердили этот вариант. В следующий раз мы уже посмотрим. Здесь будет все по их желанию. И потом они уже будут смотреть, функционально ли это и смотрится ли эстетично красиво. Оформление. Как проходит оформление? Вам нравится квартира, вы выбираете номер, мы после вашего выбора сразу же условно ее бронируем
и начинается процесс оформления документов. Мы составляем договор на двух языках, на вашем родном языке и на турецком, где указаны все условия сотрудничества, то есть дата сдачи объекта, штрафные санкции и указаны реквизиты строительной компании в нескольких валютах. И указываются технические характеристики квартиры, 8 страниц нашего договора. Мы подписываем договор строительной компании и отправляем вам. Вы уже можете на основе этого договора отправить депозит, в течение месяца отправить первоначальный взнос. На данный момент он составляет 30, но в ближайшее время могут увеличить. И рассрочку приблизительно до 4 месяца, до 3-го, до 4 месяца. Этот договор действителен, например, при переводах банковских по международному коду SWIFT. То есть мы прикладываем или в отделе, банковском отделе показываем этот договор и на основе этого договора с любой стороны отправляем перевод прямо непосредственно на счет строительной компании. Кстати, земельный участок принадлежит строительной компании, что дополнительный бонус, что гарантирует у нас не будет в дальнейшем никаких проблем с владельцем земельного участка, что может повлиять на срок сдачи объекта или на процесс строительства. И также имеются все документы на разрешение. Где-то через 10 дней мы получим право собственности ТАПУ. У нас называется ТАПУ, это право собственности на недвижимость, и там будет стоять статус как «Иртифакер». После окончания строительства, когда получаем ИСКАН, руководство комплекса может вместе собрать подписи и поменять статус с КАП Иртифака на КАП Мюлькете. Это очень просто. Обращайтесь по всем вопросам, мы с радостью ответим на все интересующие вас вопросы. Всем спасибо за внимание, с вами была Эльза и застройщики объекта номер 13. Спасибо. Пожалуйста.